FM, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Играем в игру под названием, ну как я не помню, будет в описании ссылка под названием. В этой игре надо строить самолет и летать. Все. Больше в этой игре ничего не надо делать. Все. Я отключаюсь. Скоро сейчас включу музыку и наслаждайтесь игрой. Лагает, конечно. Она, наверное, крылья переставить, видите? Она просто вырезает. Какого черта реклама? Мне интернет отключен. Да, муж. Уже игр везде просто реклама. Везде. Ура, наконец-то вы не в сети. Давайте тогда мы возьмем ИПО. Мы можем... Мы будем вообще сейчас О! Блин, почти что. Переименуем аэродинамику. Сейчас эти крылья... Бой! Нет, эти крылья как-то фигово летят. Можем улучшить рогатку. Блин, эти крылья как-то фигово летят. Мы уже выйти не сможем. Так, строим. Реклама есть тоже тут. Все, может сейчас уж этой рекламы не будет. Вы сейчас видите, какая аэродинамика. Ура! Нет, мне не нравится эта игра. Так, тут можем... Так. Самые прочные колеса. Я пока что не знаю, что это за карта. Мы можем винт поставить. Так, нам запрещены крылья, запрещены те винты. Короче, нам все запрещено тут. У нас только винт и все. Я понял. И тут запрещено, тут самое главное запрещено вот эту расталкивать. Как нам добраться туда? Вот. Это чё? Этот уровень невозможно пройти. Можно доследовать по монетам.
Да, надо было следовать по монетам, нет. Я хочу ту коробку подобрать, я хочу тупо коробку подобрать. Которая завалена, блин, этими вещами. Давайте мы сделаем, например, на вот такой вот. Блин, это... Просто там идеально разработчики позаботились. Просто идеально, чтобы эту коробку... не. В этой коробке что-то должно быть секретное. Все так, вот такой, наверное, идеальный. Да, вот такой идеальное было. Нам прилетела коробка, сейчас мы как в Бравл Старс откроем, и нам дают 2000 монет, неплохо. Мы можем вдобавок блям, и сразу улучшить. И можем спокойно долететь до финиша, последовая за монетами. Даже перелететь в финиш. Нет. Спасибо. Он еще в спелемаркете уже 6 звезд есть, да? Блин. В это доступен только расталкиватель и вот этот двигатель. Это специально как-то. Мне просят. Так, куда бы и поехать бы, да? Это. Нифига себе! А можно я просто не буду перелетать, а? Там где-то есть. 603 монеты дается. Смотрите, вот тут упрощенные. То есть вот тут больше коробок. Да, может, тут я прям полетел куда-то. Я чё, прям как... Там бокс есть! Видели, там бокс. Там на корабле есть бокс. Там на корабле бокс, видите? Прям на корабле. То есть этот бокс специально надо подбирать. Ладно, сейчас нам просят что улучшить. Нам сказали улучшить рогатку, да? Можно где этот бокс под... О, я, блин, почти, блин. Короче, все видео мы будем бокс добывать, да? Так, надо вот так вот. Видите, я не могу исследовать. Там я понимаю, что там бокс есть. Давайте немножечко, чтобы он прям... Ну, он вообще не подходит. Так, наверное, чтоб убрать, нам надо убрать этот винт, дурак. Все. Мы сейчас сможем без винта допрыгнуть до вот сюда. Нет, мы вообще... Да, мы сможем, походу, да? Или нет? Да, нет, перелетели. Перелетели мы все. Летим хорошо, но есть одна маленькая незадачка. Нам нужно вот так вот. Мы не долет, то перелет. Видите, вот перелет. Если мы делаем это вот повыше, то мы вообще перелетаем эту коробку. Я сейчас не буду тратить. Может это... Во-во-во, идеально, прям... Наверное, надо, чтобы было хорошо, мы должны убрать немножечко рогатку натянуть. До 74%. Ну, нет, это вообще как-то слабо. Хотя бы на 95 надо, на 95 попробовать, на 95. И развернуть, и мы должны, по идее, долететь. Да! Наконец-то! Ура, я думал, мы не долетим. Так что нам тут-то 3000 монет дают, да? 2000 золотых! Я сейчас миллионер, у меня уже 7000. Строить двигатель. И едем. А, меня же разбрасывать. Давай! Блин, это... Мы почти долетаем. Нам надо, во-первых, улучшить двигатель, улучшить вот это. Улучшить. Мы прям по два раза улучшили. И мы сейчас должны как вообще как птичка полететь. Ну, конечно же. Мы прям перелетели.
что там будет? Там новая деталь должна быть. Крылья аэродинамические. Ну ладно, ну ладно. Так, где там аэродинамические крылья? То есть тут нельзя использовать винт. Тогда и зачем мы тут... Вообще, тут только надейся на рогатку, да? Я не понял, в чем прикол. В чем прикол? Или я там что-то не увидел? Нет. В чем прикол? Может, тут-то нафиг крылья не нужны, а? А как тогда мы взлетим? Давайте эти крылья попробуем. Блин, это вообще... Уровни, наоборот, сложнее становятся. Видите, а просто не... Крылья все одинаковые. Они это отличаются только по... Вообще, вообще голая машина. Во-первых, как мы долетим без... Мы долетели без голой машины? Но мы не можем, блин, колеса. Значит, 70%. Ой, мы не долетим. Мы не долетим. Видите, уже длится несколько минут. Давайте 99%. Не знаю, из чего это изменится, но может быть... А, мы вообще не долетели. Хах. 99% решило, что мы вообще не долетим. А вот 100% мы долетели. Но видите, в чем прикол? У нас колеса ломаются. У нас, и мы не можем. Может, это так каждому выпадает. Давайте вот так вот с дрифтом. Просто дрифтом зайдем прям. Колесо одно сломалось. Второе, третье мы просто перевернулись. Куда мы едем? Но лучше рогатку, тут двигателя нет. Вот в чем прикол. А зачем улучшать рогатку, чтобы дольше мы вообще не взлетели? Вот вернем в предыдущий крафт. Но да, он сможет. Он видите, в чем прикол? Он просто не он долетает, но у него настолько аэродинамичные крылья. Может, вот с вот этим надо? Да. Но, блин, надо рогатку еще улучшить, чтобы побольше запульнуло. Тут увидите, в чем прикол? 100%. А это будет такая тяжелая уже. Видите, оно... Да, вот так вот надо. То есть там присутствует хотя бы какая-нибудь физика. То есть вот это каждая сотая монетка, да? Нет, я тут вообще плохо прошел. Но он доехал до... Но тут я вообще плохо задрифтил. Что-то физика присутствует, но она не... Вот это. Фиговая. Я просто не могу... Он... Ты про... Нет. Почему он просто газовать не может? Надо все проходить на одном дыхании. Я на то... А почему? Я не понял, в чем прикол. А почему оно не долетело? Нет. Мне не нравится. А, я потому что... Что меня палец залагал, я все понял. Опа, все. Блин, не знаю, зачем я пытаюсь, если... Блин, видите, она не хватает. Не хватает немножечко. Не хватает. Все это последний раз, когда я делаю. Видите, она взлетает, но не долетает. Так, улучшим рогатку.
И? Все, мы, по идее, должны долететь, да? Да, мы долетаем, но наши колеса слишком уж хрупкие. Если мы берем это, то... Наверное, будет все. Может, это колеса... Это, может, колеса не те, которые надо? То он просто тупо перелетает нафиг это и разбивается. Давайте поменяем колеса на другие. Но они, наверное, более попрочнее уж. Я просто перелетаю. Я просто не долетаю, а перелетаю. Но они, да, они попрочнее. Строить. Поставим тяжеловес, чтоб, не знаю, тяжеловес специально. Хопа, блин, все равно я немножечко задеваю. Придется еще рогатку улучшить, да? Вы так считаете, что тут должен 30-й левел быть, да? Видите, я смогу, но мне рогатки не хватает. Мне не хватает самой мощи. Видите, я долетел, колеса не сломали. Дайте немножечко попрочнее. Набью сейчас и вернусь. Вот, надо было, оказывается, что-то лагает ужасно у меня. Там надо было... Ёкарный... играть. Давайте самые топовые поставим. Прям... Чё-то реально... Реально лагает ужасно. Вот эта игра... Весит немножко. Просто как будто это... Какая-то лажа. О, нормально, нормально. Давай, не. Пожалуйста, не падай. О, давай. Давай. О, перелетело. Блин, чё так лагает эта игра реально? Просто она очень ужасна. Ой. Бляха-муха. Вот чем сильнее... Давай, в дрифте прям. Блин, куда она... Вот, посмотри, она сейчас, если не долетит, то она не сломала себе колеса. Блин, она сломала себе крыло. Каким ты местом сломала... Так, значит, надо в дрифте заходить, да? Я так понял. Нет, мы вообще не долетаем. Да, муж, в дрифте... То есть тут присутствует аэродинамика. То есть, давайте эти крылья выберу. То есть, тут или мне кажется, что... Видите? Вот эти крылья, они куда-то вообще в сторону клонят меня. То есть, у меня вообще в сторону полетел. Вот я прямо лечу. Наоборот, сворачиваю туда, чтобы не упасть. Меня они просто... Сейчас вообще перелетел. Видя? Ой. Сейчас будет очень больно. Очень. Видео нафиг. Какое? Просто подожди, лагает. Как будто у меня старая Nokia. Я играю в какую-то змейку. Видите, я сейчас не убрал, например. Она идеально прямо. Не может быть такого! Да, не может быть такого, что идеально прямо. Блин, мы этот уровень уже проходим несколько часов. И идеально прямо было. Меня опять покосит вниз. Ой, как больно будет. Ой. Ну все, это беда. Просто пересчитался. Просто... Вот, если я, например, пересчитаюсь, то я просто не долечу, например. Долетел, приземлился спокойно, полет нормальный, полет пока что нормальный. Да неужели? Наконец-то!
что, наконец-то мы долетели. Это чё нафиг? Ладно, если меня просят. Это чё нафиг такое? О, мне доступно это крыло. Давайте вот эти. Это чё так... Без колёс? Я не видел никогда такого. Тут без колёс надо? Ладно, давайте этот там где-то должен быть. Так, ну по идее надо в эту сторону лететь. Чтоб видите, не так уж и все просто. Мне надо дальше задеть. Там был на этом маленьком фонаре бокс секретный. Нет, это не бокс. Если я в эту сторону полечу. Ох, какой красивый маяк все-таки. Какой красивый маяк. Вообще, куда меня нафиг покосило? Нифига, как я там круто пролетел. Это реально присутствуют аэродинамические всякие вот эти. Все 27-го левела. Полет нормальный. Я просто такой... Ну мне нафиг не... Ну, блин, как лагает. Видите, если я немножечко поверну, то... Вау, между скал. Давайте всем до свидания, всем пока. До новых встреч. Сейчас улучшу. Всем пока, всем до свидания.